И всем привет, ребята, с вами Игнат, и вы на моем канале. И сегодня я не один, а также со мной сегодня мой двоюродный брат Миша. Всем привет. И сегодня я не только с Мишей, а сегодня со мной еще моя двоюродная сестра Ксюша. Всем здравствуйте. И сегодня пятая часть обзора на карту РЖД. И да, ребята, короче, как вы уже заметили, мы стоим у ВЛ-10, вот такой красавицы, которую я сделал. Короче, вот так. Ну что ж, давайте начинать тогда. Миха у нас светофор. Ага, серьезно, Миша. Ладно. Что? Ну, не обращайте внимания, короче, Миша закачал мод на знаки, и, короче, на знаки и на полосы на дороге, он скачал это, ну, короче, для дороги там такие полосы, и он скачал этот мод, и у нас с поездами произошли технические шоколадки. Это, кстати, мы построили новый поезд ВТ-116. Это ВТ-116. Только Миша почему-то написал ВТ-116. Ну ладно. Ну ладно, потом исправим. На шестой части, наверное. Так, а мы показывали? А, мы ТП-70 показывали. Так, поездок мы больше не построили, кроме ВТ-116. Что? Да. Должен быть, Да. Так, мы, короче, построили кое-что. Я всегда забываю про кабины. Это я тоже не забыла. Я только сейчас. Ну, кабина, в принципе, обычная. Тут можно подожимать. Проводник. А, проводник? Да, она прям так и называется. Так, он должен стоять. Вот так, вот, все. Ну, кабина обычная, как мы вам уже и сказали, ребят. Ну что ж, пойдемте. Да, кресла изменились, вот. Это, если что, это... Да, кресла изменились. Это из-за оранжевой. А сейчас, ребят, сейчас вы офигеете. Мы очень сильно старались. И за это, наверное, надо поставить лайк и также подписаться на канал Игната. Полностью согласен с Ксюшей. Она нам чуть-чуть помогала. Так, ну вы уже заметили, что мы тут построили. Это половина еще пока что. Ребят, и я вам говорю то, что это половина. Это еще не все. Так, ну здесь у нас это деревенская остановка, в принципе. Мне кажется. Этого Гогот. Я знаю, нет, это стоп, подожди. Нет, вот это, вот здесь уже граница. Ну ладно. Я всегда знаю, что на границах вот такие остановки стоят автобусные. Так, ребят, давайте мы вам покажем кое-что. Не, ну мне кажется, это заслуживает лайк. Конечно, мы здесь еще дорогу не продолжили, мы не знаем. Ой, блин. Это Ксюша делала, я им не помогал. Ну да, это мы с Ксюшей делали. Ну, интересно. Здесь у нас ласточка. Ну, мы здесь еще вагоны будем делать. Вообще-то покажи, какие моды здесь. Полосы. Полосы, вот это рельсы, если что. Давайте я вам покажу. Вот. Вместе с вагоном. Сейчас не отлагает. Так, вот все, мне отлагало. Вот, это рельсы. Вот. Вот так как ставишь, шея не получается. Там уже есть дебра, ну ладно. Так,
Так, о, вы уже увидели. Ну, давайте покажем вам вокзал. Делал? А, ну, да, это Миша делал, вот. Вокзал станции Ручьи. Вот здесь, помните, просто был здесь вот такой мостик через речку, который никуда не шел. Нет, моста как-то не было. Мост, я имею в виду вот такой вот, вот без вот этой вот штуки, без вот, вот без вот этой. Да, я просто, на какой границе? Ой, блин, я случайно сломал. Угу, все, я поставил. А, и да, кстати, у нас полос стал поменьше. Вот есть на полосу. Это Игнат сделал, да. Я сделал. И у нас станция в три блока сделалась. Это Миша сделал ее в три блока. А, ну да, в принципе, логично. Так, ну внутри у нас, в принципе, обычно. Это у нас зал ожидания. Так, это туалет. Это так, вот туалет. Это Миха делал, ну, вот, вот это вот святое просто, святая святых. Вот бы, его нужно было золотым сделать, блок, ну ладно. Да ладно. Так, вот здесь у нас, вот вы, вот все знают, когда ты заходишь на вокзал, вот, особенно на московском вокзале в Питере, вот так ты входишь, но там, конечно, здание есть специальное, но здесь мы сделали без стан. Так, вот, ну, вот здесь закрывается вот так дверь, а ты ложишь сюда, открывается дверь. Он переходит, и вот сюда переходит. Ты забираешь и идешь на свой поезд, как бы. Так, здесь у нас кассы здесь. Кто это сделал? Не понял. Сейчас сделаем обратно. Так. Угу. Здесь у нас кассы. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, вот. Кстати, да, Алина пробка. А, кстати, уже нет. Так, ну, нет, я вам не буду пока что показывать второй этаж, но сейчас я вам расскажу. На каждом вокзале есть, ну, я знаю, ну, наверное, почти на каждом вокзале есть такое под названием ларьки. Но на этот ларек не надо обращать внимания. Ну, вот это вот. Это бетон у нас поменялся, это бетон. Это какой у нас бетон? Прошу? Это какой бетон? А, это фиолетовый бетон. Это фиолетовый бетон. Да. Не, это, подожди, это пурпурный. Это... А, это пурпурный, это пурпурный. Ну, нет, он отличный. Здесь у нас ларек с игрушками. Ну, конечно, игрушки у нас СССР. Ну, это СССР, конечно, если жаль, что не поездали. Так, здесь у нас ларек с едой. Ларек с журналами, ларек с мороженым, ларек с картинками от РЖД и ларек с водой. Здравствуйте, можно у вас купить воду. Короче, ладно. Так, ну здесь у нас больше ничего нету, только фонарики и все. И вот такой вот красивый вид. Такой красивый, красивый вид. Так, вот это вот Миша камеру сделал, ну, типа это камера. Так, ребята, вы уже увидели. И... Просто такая красотища. Вот, вот эта вот парковка особенно, она такая красивая. Ребят, вот, да, я хочу, чтобы на этой части было 10 лайков, вот. Я всегда прошу по 6, по 5 лайков. Игнат, смотри, здесь есть вообще-то моды на машины. Ну да, здесь мы скачали моду на машины. И, кстати, вы уже там увидели здание? Я скачала моду на машины. Ну, Миша скачал моду, потому что это его мир, в принципе, лично. Так, здесь у нас парковка. Да, кстати, здесь есть полосы вот такие. Да, а, кстати, вот это вот из картины делается. Кстати, ссылочка на этот мод будет в описании. Ссылочка на этот мод будет в описании. В каком приложении его нужно скачивать, этот мод. И как бы вот так, короче. И что нужно писать в поиске. Всего или два, или три нужны. Ну, вообще, кажется, два мода таких. Нет, два таких мода, два. Одну на дорогу, одну на вот этой картине. Так, ладно. Так, здесь у нас двухэтажка такая. Это Игнат построил.
Ну, вот моя квартира. Кстати, мы, по-моему, говорили, то, что у нас будет мини-фильм, да? Или нет? Да, у нас будет мини-фильм, и я здесь буду сниматься, короче, в этой квартире. Здесь у нас мой пёсель Рексик. Рексик. Понятно, понимаю. Ладно. Нормально. Рексик, давай, по камеру посмотри. Хороший мальчик. Ладно, пойдем. Так, здесь у нас... Потому что я живу в другом доме. А нет, ничего не удалил. Ну, здесь у нас просто кровати стоят. Короче, если что, это ты из нас сделал двухкомнатные квартиры. Да. Ну... Это не я сделал, это ты сделал. Двухкомнатные. Разве? Я сделал. Здесь у нас такой фонтанчик красивый, я него всегда, я мимо него прохожу, я всегда не обращаю на него внимания. Мне кажется, его вообще здесь не существует. Так, ребят, короче, мы подлетели сюда, здесь у нас вот такая вот заправочка. Это я... Мы рады вам. Это Миша написал. Это если что, Роснефть. Да, это Роснефть, вот давайте я вам даже покажу. Вот, Роснефть. Так, ну здесь Миша продает, в принципе, вот он даже подписал, что это вот печенье. Да, стой, давай вот это. Так, здесь у нас есть вода, фанта, кола, спрайт, пепси, вот это я даже не буду говорить, что это. Здесь у нас энергетик, тоже энергетик. Так, ну вот это вот, не обращайте внимания, это белый краситель. Это собачий корм, короче, вот это. Это собачий корм. Собачий корм, и здесь у нас кошачий корм. Вот это мороженое. А, кстати, Михаил своровал у меня такое на вокзале стоит в ларьках, я вам забыл показать. Как я еще делал? Я снега сделала одну, и вот это. Ну ладно. Так, а это у нас чипсы Лейс. Да, которые все любят, наверное. Ну да, здесь у нас... Здесь есть шоколад. Вот здесь у нас Милка. Это Милка, которую Игнат любит, а я... Я, кстати, люблю. Здесь шоколад. Че? Так, а здесь конфеты? Или ты показываешь? Мы еще не показываем. А, конфеты мы не показывали. Конфеты мы не показывали. Так, вот здесь можно вот так. Здравствуйте. Да, здесь у нас ММ-дэнсик. Сейчас. Так, подожди, стоп. ММ-дэнс и ММ-дэнс. Так, ну что, мы все показали здесь, поэтому погнали дальше. А, кстати, Мика сделала здесь вот такую камеру. Красивая, кстати. И вот это вот, и вот здесь тоже камеры. Это тоже камеры. Так, что, покажем сначала вот ту сторону или ту сторону? Давай ту. Так, ребята, за вот это вот, просто это нужно подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Вот, это наш красавец, который будет привозить топливо. Это вертолеты России. И это Ми-38-2. Короче, вообще-то, да, это я сделала, и нас пропели. Да. Так, вот здесь давайте пройдем цен. Здесь у нас... Это я его. Ну ладно. Это я его построю. Ну да, он у нас будет привозить топливо на эту заправку, чтобы машины заправлялись. А для следующего, вот, что вы сейчас увидите, нужно подписаться и поставить лайк и нажать колокольчик, чтобы не пропускать видео. Мы реально старались, Ты не помогал. Я тебе Ну да. Ты не
последние две, последние две части. Ну ладно, давайте, давай. Мне не помогало, в общем, ладно. Допустим, но я больше всего построил. Ну, Миша, да, вообще, конечно, больше всего построил. Так, это у нас четырехэтажка. Которую я сделала вот такую. Вот, кстати, она красива с балконами. Вот это Мишина машина. Это что тут? У меня Ксюша скопировала. Да, это я уже второй. Это Ксюша уже скопировала? Но вот смотрите, вот это вот смотрите, вот две четырехэтажки, это так красиво. Да, я не знаю, что здесь будет, ну ладно. Могут гаражи. Тут будет площадка вот здесь именно. Ну, возле дороги вот здесь, конечно, нормально, я думаю, ну ладно. Вот здесь у нас будут гаражи. Да. У нас здесь. Нет, не здесь у нас будут гаражи, а. Где у нас будут гаражи? Подожди. Может, рядом с заправкой вот здесь? Или хотя как туда заедут? Нет, это не как-то непонятно. Короче, придумаем. Короче, придумаем. Где? Так, это моя машина. Так, ну давайте зайдем внутрь. Ну, они все одинаковые. Ну да, они все одинаковые, квартиры тоже одинаковые. Вот, ну. Это моя квартира. А, это Мишина квартира. Ну, вот у него такая квартира. Это для кошки. Вот это для кошки. А для кошки у него кошка есть 21 июля. Сегодня 22. Ну да, я забыла. Так, его, вот его кошка, вот здесь его балкончик. Вот можно посидеть, полюбоваться на его машинку. Ну да. Я, кстати, живу на втором этаже. Кстати, Мих, я тоже живу на втором этаже. Я тоже живу в доме на втором этаже. Ну, я не виноват, потому что Ксюша живет на третьем. Да, ну, в том же доме. Я хочу жить на четвертом, вот здесь. Здесь, в этой квартире. Блин, я вспоминаю пальцами. Так, мы в четвертой части только поезда сделали все. Да. А, да, мы не показывали. Кстати, мы сделали светофор и даже их не показали. Ребята, еще перекресток. Ну да, капец. Вот. Да, еще там перекресток дальше. Ну, давай, я покажу. Покажу, давай. Вот. Здесь пешеходный переход. Здесь у нас знак заправки. Так, а если мы полетим дальше, то здесь у нас будет вот так. Короче, остановку потом покажу. Вот здесь у нас перекресток. Так. И дальше. И это, кстати, я делал. Это я делал. Давайте могу я делать. Да, короче, помогала. Ну ты мне только в ту сторону помогла. И все. А кто же скопировал? Да, Ксюша копила. Покажу мою остановку. Последнее, что мы делали, да? Так, здесь у нас вот автобусная остановка. Вот автобусная остановка, бус-стоп. Здесь у нас остановочка вот такая. Вот посидеть, подождать свой автобус. Так, и вот здесь остановка. Кстати, шлагбаум у нас закрывается, но я вам уже покажу. Покажу. Я сделала шлагбаум на три. Ну да, мы уже, можно даже не продолжать, уже и так красиво. Так, так, что мы еще не показали? Так, мы, по-моему, все показали, да? Кстати, здесь у нас раньше дебильные светофоры стояли, но мы их исправили. Да, ну этот мод я убрал, потому что, ну это говно какое-то мод было. Ну да, это говно полное было. Вот. Ну что ж, наверное, да, мы все уже показали вам. Слушай, давай на вертолете закончим. О, давай на вертолете. Кстати, вот за этот вертолет вы должны поставить лайк и подписаться. Так, давайте сейчас я сделаю все от третьего лица. Так, ну что ж, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. Ну а так, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.